Специальная комиссия сотрудников ГИБДД и Госатомтехнадзора проверила готовность школьных автобусов к зимнему периоду. Износ зимних шин определяется с помощью измерительного инструмента. Именно он в руках проверяющих. Соответствие колесного транспорта всем правилам безопасной перевозки детей в зимнее время – важный пункт в предотвращении ДТП с участием детей. Поэтому все автобусы, перевозящие школьников, были полностью проверены на износоустойчивость шин. В период декабрь, январь, февраль колесные транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Декабрь еще не наступил, но в связи с тем, что показатели температуры уже минусовые, сегодня ГИБДД проверяет готовность школьных автобусов к безопасной перевозке детей. Результаты проверки порадовали. Все перевозчики соблюдают правила и не пренебрегли своевременной и качественной заменой шин. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.